Мы находимся на Федеративном проспекте. Непонятно, тут Перово или Новогиреево. И непонятно, почему такую небольшую улицу назвали проспектом. Ну, хотя в Новогиреево такие прецеденты имеются, как, например, Союзный проспект. Эта улица проходит между Зеленым проспектом, который вполне себе смахивает на проспект. Он находится вот здесь вот слева. А туда вот справа в северном направлении будет улица Металлургов. Как я понимаю, тут дома и строения по Федеративному проспекту, они начинаются вот с той стороны, то есть где-то в Новогиреево, в районе уже Свободного проспекта, а здесь все строения по второй Владимирской улице Металлургов, либо же Зеленому проспекту. Недавно прошла замена освещения, поставили вот такие светодиодные фонари, еще старые столбы стоят. Первую подходим к пересечению со второй Владимирской улицей. Так, здесь у нас светофор не пропустит. Мы его немножко опоздали.
вот так.